В начале ноября в Варшаве состоялся чемпионат Европы по тэквондо среди молодежи Ю-21. Наш представитель, парень из Харькова, принял участие, очень достойно представил нашу страну, стал чемпионом Европы по молодежи. Василий Котяш, мы сегодня с ним побеседуем. Сколько ты вообще занимаешься тэквондо? Я занимаюсь с первого класса, сейчас я на втором курсе. То есть с 6 лет пошел, сейчас 18, скоро 19 получается. Это дело твоей жизни? Да, скорее всего, с детства пошел, в принципе. И сейчас тоже учусь в спортивном училище, ХТУФК номер 1. И вижу себя в дальнейшем, после спортивной карьеры, уже тренерством заниматься. А как все для тебя началось? Вот кто тебя привел в секцию? Начало? Все банально просто. Был маленьким, смотрел фильмы Джеки Чана. Мне было интересно, я был активный, бегал по квартире, кричал, там, дрался. И в один прекрасный момент надо было уже эту энергию, эту активность в правильное русло направлять. Пошли в школу, там была секция тэквондо. А кто привел? Мама привела. Mm. То есть я первый день попробовал, мне понравилось. Дальше оно как-то все больше и больше нравилось, и так остался. Тем более брат со мной ходил, который в будущем стал моим тренером. А у вас разница с братом какая? Разница 9 лет. Сейчас на данный момент он тренирует в Львовской области. Как-то было дело, во Львове проводили сборы, всеукраинские сборы. Я как старший тренер сборной непосредственно руководил тренировочным процессом на данном сборе. Ну и как бы обращал внимание на ребят. Смотрю, паренек такой, никому до этого как бы неизвестно, никто его не знал, ничего. То есть очень старается, выкладывается. Ну, обратил на него внимание. Оказалось, зовут его Василий Котяш. Думаю, есть вариант такой, с ним попытаться поработать. Сборы прошли, пригласил его брата, он на то же время его как тренер был, получается, и он же первый тренер Василия, его брат Назарий Котяш. То есть как первый тренер пригласил, говорю: ребята, есть вариант переехать в Харьков? Ну как бы они: да. Хорошая шутка. Я говорю: ребята, это вообще не шутка, реально забираю Васю, устраиваем в училище, будет проживание, питание, тренируется у меня. Ну а там, как Бог даст, посмотрим, что как результат ляжет. В итоге, как бы, Вася согласился, Назар согласился, нужно было бабушку уговорить. Как бы самое сложное было с бабушкой. Велись переговоры. Надежду Степановну я уговорил. Она все-таки поняла, что для внука это будет лучше, это его будущее, это его шанс, это его перспектива, получается. И Надежда Степановна, бабушка Вася, отпустила его из городка, это название города во Львовской области, получается, ну, Харьков. Устроили училище, обеспечили как проживание в училище, в общежитии, питание. Учится он сейчас в Харьковском училище физической культуры номер 1 города Харькова. Ты перебрался в Харьков. Уже в Харькове ты сколько? На третий год. Тяжело вообще было адаптироваться? Харьков большой город. Как бы не особо трудно. Я знал, куда я переезжаю. Тут я переехал из-за цели. То есть у меня была определенная цель, и мне было все равно. Главное, вот этому тренеру надо было переехать. А куда — это уже так. Помогал кто-то адаптироваться вообще? Тренер помогал. То есть тренер поддерживал в те моменты, вот, когда еще никого не знал, ни с кем так еще не сдружился, не было особо и друзей. Но в команде как бы приняли просто хорошо. И вот более легко это все прошло, эта адаптация. То есть не было каких-то таких существенных проблем в этот момент. Сейчас ты учишься, живешь в общежитии? Да, да. На втором курсе учусь. Ну, живу в общежитии. У тебя вообще свободное время есть? Чем ты занимаешься в свободное время? У меня каждый день тренировки. По воскресеньям у меня отдых. Стараюсь время максимально использовать для саморазвития. То есть обязательно в воскресенье хожу в храм. Это обязательно. А потом уже уже смотрю. Если есть силы, еще могу куда-то прогуляться. Если хочется даже бывает поваляться, просто могу и поваляться. Но так, чаще всего это на фильм могу сходить. Ну, просто прогуляться. Могу даже на матч какой-то сходить. Футбольный? Любой. Мне, в принципе, все этот спорт нравится. Смотреть, наблюдать. Там футбол, баскетбол. Здрасте. Чем ты еще интересуешься? Кроме тэквондо. Имеете в виду другими видами спорта? Или в общем? Другие виды спорта. Там чтение книг. Может быть, коллекционирование чего-то. Да, читаю, коллекционирую значки. Я с разных стран пытаюсь привезти, и в этих же странах там пытаюсь свой значок обменять с другим спортсменом с другой стороны. То есть так.
Ты говорил о том, что твоему переезду в Харьков содействовал тренер Андрей Васильевич Долгополов. Для спортсмена тренер имеет очень большое значение, как в спорте, так и в жизни. Кем для тебя является, прежде всего, Андрей Васильевич? Я уважаю, он для меня авторитет. То есть я стараюсь брать с него пример. Он много чему научает, не только как по спорту, а как по жизни, как воспитывает как человека. О переезде не жалеешь? Конечно, бывают трудности, за родными скучаю. Не так, как за домом именно, но за родными. Там и брат, и папа, бабушка, то есть племянница, девушка. С этим я скучаю очень. Тренировался у меня, естественно, и через какое-то время он выиграл чемпионат Украины. Через еще время стал вторым на чемпионате Украины по молодежи, выполнил норматив мастер спорта Украины. Значит, через два года он, в 17 году, он взял бронзу на юниорском чемпионате Европы, который проходил в городе Ларнака, Кипр. И еще после 3 года, получается, в этом году он выиграл молодежный чемпионат Европы, стал чемпионом Европы среди молодежи, выполнил норматив мастер спорта международного класса. Насколько мне известно, на чемпионате Европы фаворитом тебя не считали. Как тебе удалось победить? Сам ожидал вообще такого результата? Действительно. На чемпионате Европы фаворитом никто не говорил, что я фаворит, потому что в весе были чемпионы Европы 18-го года по взрослым, это испанец. Были русские, которые становились призерами уже по взрослому тэквондо. И много титулованных спортсменов, которые реально по рейтингу намного выше меня. Но была поддержка очень большая со стороны родителей. Брат поддерживал, все родные, и тренер верил. Тренер на протяжении всей подготовки утверждал, что все возможно и реально победить можно. Парень очень перспективный, по сути, чем он меня заинтересовал, именно своим желанием работать, трудиться, не жалеть себя. То есть все отдавать, на тренировке полностью выкладываться. В принципе, я в нем не ошибся, таким он и оказался, когда уже тренировался в Харькове. То есть он каждую тренировку до последней, как говорится, капли пота выкладывался. Бывало такое, что заболеет, звонит Андрей Васильевич, у меня там температура, мне сегодня идти, не идти на тренировку. Говорю, Вася, конечно, не идти, отдыхай, восстанавливайся, какая тренировка, ты с температурой. На следующий день звонит, мне стало легче, может не идти. Я говорю, Вася, когда тебе идти, я сам тебе скажу, получается. То есть, когда восстановишься, тогда и идти, получается. То есть, все готов отдавать для того, чтобы работать, трудиться. Очень перспективный. За счет этого он и показывает эти высокие результаты. И я думаю, что если эта динамика сохранится, его трудолюбие, его желание в спорте выигрывать, побеждать, отдаваться полностью на тренировках, то этот результат – это только начало того, что этот спортсмен может показать в будущем. Ехал с настроем победить. Тут хотелось именно доказать, что настал уже час, когда надо побежать на такі соревнования. Традиційно вечір перед чемпіонатом Європи серед молоді розпочався з моніторингом спортсменів, які найближче позиції до Василя. Згодом розмова. Проте ця розмова була незвичайна. Певним голосом Василь сказав, коли на цього чемпіонату ми зможемо. Ця фраза приємно здивувала мене. Ранок, знову традиційний приписка вайбері та онлайн-перегляд бою. Перша перемога, друга, третя. Бій за медаль. Мабуть, цей бій за медаль був один з найскладніших боїв не тільки на цьому чемпіонаті, а й усій спортивній кар'єрі Василя. Представник Турції, такий бодрий спортсмен, швидкий, хороші антропометричні дані. Цьогорічна участь в кваліфікації. Проте тактична задумка тренера і вміле втілення від Василя. Василь в півфіналі, де знову зустріч спортсменом з України, якому Василь уже двічі програвав. Проте дійсно, коли як не сьогодні, перемога і фінал з представником Росії. Бій, який не пройшов навіть всієї дистанції. Сказати, що я не повірив своїм очам, це неправда. Навіть після бою за медаль я відчував, що все йде до перемоги. Тому ми дуже раді такому результату. Що стосується Василя як спортсмена, на мою суб'єктивну думку, ще раз повторюсь, на мою суб'єктивну думку, це спортсмен-інтелектуал, який розуміє та вдало реалізовує поставлені перед ним завдання тренерського штабу. Додаток до цього ще працелюбність, характер, воля до перемоги, плюс тандем. Тандем тренера та спортсмена, вдалий тренувальний процес. Тому, на мою думку, основна медаль ще попереду, але вона реальна. Бажаю Василю та його особистому тренеру Андрію Васильовичу реалізації задуманої мети –
Та користуюсь нагодою, хочу подякувати всім, хто вболіває за нас, підтримує Василя. Всім добра. Как готовились к этому турниру? Был как-то более плотный график тренировок, да. Какие-то более напряженные тренировки, интенсивные? Да, конечно. В апреле месяце у нас был отбор на чемпионат Европы, который мы прошли. И с апреля месяца буквально мы уже начали готовиться. То есть это постоянные соревнования международные. И это сборы. У нас проходило 5 сборов летом, потом 2 сбора еще осенью прошло, подводящий, подготовительный. На сборах режим, дисциплина была по 3 тренировки в день. То есть только трудом мы так и добирались, тренировались. Подготовка проходила в Харькове или где-то еще? Были сборы в Харькове, были сборы на Олимпийской базе в Киеве, в Конча-Заспе. В Одессе сборы были, то есть разбросаны по Украине. Сложнее было готовиться или выступать уже на самом турнире? Вот что как бы для тебя, лично для тебя? На турнире было очень сложно психологически устоять, именно не сдаться, не сломаться. Тем более, что бой за медаль был с очень хорошим турком. Счет не открывался до последних секунд третьего раунда. Вот на последних секундах решился исход боя. Подготовка также очень была тяжелая, поэтому я не могу сказать, что сложнее было. А вы готовились вот под какого-то соперника? Там, может быть, знал каких-то соперников? Может быть, были какие-то домашние заготовки? Да, были домашние заготовки, и готовились под соперников, прочитывали, смотрели бои, то есть примерно понимали, уже вечером у нас была сетка, мы понимали приблизительно, кто как выйдет, с кем предстоит драться, то есть просматривали вечером бои, потом с утра, когда приехали в зал, уже просматривали ихние бои непосредственно на чемпионате, то есть примерно где-то понимали. Ты стал чемпионом Европы. Как ты себя чувствуешь в этом качестве? Ощущения какие испытываешь? Это хороший результат, в принципе, но есть еще более серьезные соревнования. Есть чемпионат мира, есть Олимпиада. Это не самые высокие соревнования, поэтому надо готовиться к следующим, стараться отобраться и выиграть следующие соревнования по рангу. Это мир или Олимпиада. Ну вот просто так поехать на соревнования и стать чемпионом Европы, ну это невозможно. Вот по твоему мнению, какими качествами должен обладать спортсмен для того, чтобы добиться таких высот, как добился ты? Вообще, профессиональный спортсмен, на мое мнение, должен обладать множеством качествами. Но вот самое основное – это дисциплинированность, это упорство добиться своей цели и, конечно же, вера в себя. Вот это самые основные качества. Такой момент был, подошел ко мне, ноги разбитые, все, говорит, Андрей Васильевич, а можно я футы одену, получается, это ноги разбитые, там, получается, или степки. Я говорю, ну хорошо, одевай, то есть, ну, смотрю, разбитые ноги, он продолжает все равно работать, не останавливается, другие уже так сходят, стараются там уже, ну, как бы себя пожалеть, а этот не жалеет ни себя, ни соперников и выкладывается по полной. Я как бы на него обратил внимание, как бы понимаю, что его, ну, никто не видел, ничего, то есть, как бы, он не показывал результатов до этого, то есть, его никто не знал. Твой самый первый поединок, помнишь? Да, конечно, на этих соревнованиях это была Львовская область, первый бой. Я занял 3-е место. Как? Это получается, ты проиграл в полуфинале? Ну да, я там уже не помню, сколько боев я прошел, вроде 2 или 1. Но как бы после этого мне захотелось побеждать уже, доказывать. Ну, страшно было? Когда был маленьким, было всегда перед боем очень страшно выходить, заставляли, я не хотел драться. Но во время боя это все проходило, и я себя во время боя нормально чувствовал. Чем старше становился, тем больше психологически как-то уже был готов к такой ситуации, что надо выступать, надо. И уже привык. Твой самый сложный бой в карьере? Наверное, взять вот этот последний бой, который был за медаль, потому что... Это финал ты имеешь? Нет, именно за медаль. Бой за медаль, который полуфинал. Был. Да, это был полуфинал. Бой был с турком. Турок очень хороший. Первый раунд у нас был 0-0, второй раунд был 0-0. И на последних буквально 10 секундах третьего раунда я успел взять 3 балла. И вот на последних 10 секундах решился бой. То есть это был бой за медаль. Потом полуфинальный, конечно, бой. Это с нашим с украинским спортсменом тоже. И счет большой, 26-23. То есть все время такая активная работа была в бою. Но именно если взять четвертьфинал, если взять, то там просто и очень психологично сложно. Потому что либо есть медаль, либо все, до свидания. Вот именно с этой точки было очень сложно. Финал. Очень уверенная победа. Финал, да. Вообще мы думали, что по той сетке выйдет другой спортсмен. Мы готовились по другому спортсмену. Но так вышло, что он победил чемпиона Европы, действующего по взрослым, испанца. И еще одного там
титулованого спортсмена выиграл. Это до первого балла у него два боя было. Успели просмотреть его бои, как он работает, в какой стойке, чем он баллы зарабатывает, где у него где-то провалы, ошибки какие-то. То есть в начале боя мы пропустили 3 балла, счет был 3-0, но после этого сразу же собрались и сделали досрочную победу 24-4. Что дальше? Вот ты чемпион Европы среди молодежи. Какие дальше планы, какие перспективы? Чего вообще хочешь добиться? Когда вот поставишь точку? Когда будет золото с Олимпиады. Неплохо. А сейчас вот ближайшие планы? Это в следующем году мир по взрослым. Это надо будет отобраться. И если все будет хорошо, даст Бог, отберусь. На мире себя проявить с такой же положительной стороны. И в следующем году уже будет квалификационный турнир на Олимпиаду. И на него тоже надо еще пройти отбор. Вот это основные цели. А если, даст Бог, еще и пройду на квалификацию, там уже Олимпиада 2020 Токио. Ну, можем пожелать только удачи. Спасибо. Все, всего хорошего.